Вам 95, а области 85, то есть вы даже старше области. Это вам на память вот такой от губернатора знак красивый. Большое спасибо. Свой юбилей Зиновий Журавлев будет отмечать через месяц. Подготовку пока не начинал, занимается домашними делами. Помогают родные, но ветеран всегда рад гостям. Ну, конечно, приятно, когда приезжают, поздравляют, понял, не забывают нас. Нас же много осталось долголетие. И участников войны нас, по-моему, только двое осталось, четверо, а двое, только двое ходячих. Заехали сегодня и к Николаю Чевелеву. Настроение сразу поднялось, вот когда узнал, что приедут поздравлять. Это очень хорошее мероприятие. Памятный юбилейный знак подготовили для всех четырех участников Великой Отечественной войны. Лично Сергей Завражин вручил его и Анне Кунгурцевой. Попроведывать ветеранов, справиться, как у них здоровье, как они тут урожай убрали, как к зиме подготовились. Ну и небольшие подарки вручить, и памятные знаки 85 лет Новосибирской области. Поэтому думаю, что почин такой интересный, важный. И, ну, скорее всего, будем теперь ежегодно их навещать. Не там один-два раза в год, а, вот, наверное, на постоянной основе. Потому что люди уже не молодые, поэтому требуется, наверное, внимание больше. Алексею Лупареву знак, подарки и слова скорейшего выздоровления передадут через родственников. Накануне встречи фронтовик приболел.